Вице-премьер Игорь Никифоров провел совещание по программе сноса аварийного жилья в столице Южной Якутии. Напомню, что выполнение данной программы в Нерюнгринском районе в прошлом году стало во многом провальным. Подрядчики срывали сроки, а в некоторых случаях покидали объекты строительства. На сегодня из всех поселений района только поселок Беркакит справляется с этой программой, да и то только путем выкупа жилья на вторичном рынке. Проблема в том, что уже 1 сентября этого года федеральная программа переселения граждан из жилья, признанного аварийным, до 2012 года закончится. Счета фонда будут закрыты, следовательно, все строительные работы и их оплату подрядчикам и муниципалитетам необходимо будет провести в августе текущего года. Таким образом, ситуация в районе близка к критической. На кону три десятка недостроенных домов в Нерюнгри и поселках Серебряный Бор и Чульман. Выправить ситуацию все еще можно, заявил вице-премьер Никифоров. Есть все для того, чтобы ситуацию выправить и выйти на 1 сентября с планируемыми договорными объемами. Мы сейчас начнем адресно заниматься с руководством подрядчиков, заниматься с муниципальными руководством муниципальных образований для того, чтобы первое, это застройщики, мы обязали все свои возможности и постараемся объяснить им неисполнение контракта. Это минимум штрафные санкции. Вот. А максимум это и очень важно для хорошей фирмы, это их авторитет и возможность работать на строительном рынке республики.